Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая игра про дрифт под названием Drift Tuner 2019. Игра вышла совсем недавно и потихонечку, в принципе, набирает популярность, потому что это очень крутая игра с хорошей графикой, физикой и с крутой, ребята, клубной музыкой. Так, это вот моя тачка, я здесь пытался что-то тюнинговать, посмотрите на мои колеса. Также можно здесь выбрать и уже, как хотите, в принципе, сами будете тюнинговать. Так, вот, смотрите, ребята. Как хотите, так, в принципе, и делайте. Все для вас, поэтому давайте возвратимся сюда. Здесь у нас, в принципе, в настройках ничего такого интересного нет. А вот, ребята, музыка. Здесь довольно-таки, в принципе, много музыки различной, так сказать. Итак, здесь у нас что? Это получается, что у нас? Так. А, здесь у нас, получается, также идет как бы тюнинг, посмотрите. Можно там поменять бампер, но для этого нам нужны снова же эти денежки. Давайте, в принципе, сейчас что-нибудь возьмем. У меня есть несколько. Давайте вот это вот. Вау, круто смотрится, круто. Так, а сзади мы поставим, я думаю, то же самое, чтобы было более-менее, как бы, понятно, что ли, да? Так, здесь спойлер такой поставим, а здесь мы что поставим? Так, давайте здесь, а, нет. Здесь, так, у меня денег нет. Так, у меня денег, ребят, не хватает. Так, насчет колес, что мы здесь можем сделать? Так, вот такие можно, в принципе, поставить. Во, хотя бы, ребята, немножечко я, в принципе, уже приукрасил свою тачку. Так, а это у нас получается что? Это получается выбор автомобилей. Здесь тоже их, в принципе, очень много, они очень крутые, поэтому давайте возвратимся назад и погоняем на этой, в принципе, тачке. Так, выберем, я думаю, карту эту. И сейчас, в принципе, погоним. Так, вот так это все выглядит. Управление у нас получается кнопочное. Газ, тормоз, ручник, в принципе, все, что нужно для дрифта. Ничего, в принципе, лишнего, да? Так, это получается основной вид камеры. Также имеется у нас за рулем, который тоже сделан очень, в принципе, круто. Поэтому погнали. И сейчас, конечно же, ребята, обязательно сыграем еще со звуком, потому что там вообще очень крутые звуковые эффекты. Пока что это так, для вида мы сейчас играем с моим голосом, чтобы понять более-менее эту игрушку, да, чтобы я вам хотя бы что-нибудь объяснил. А дальше, ребята, если игра вам понравится, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите в описание и качайте, в принципе, эту игру через Play Market. Ну что, я думаю, пора включать звук на максимум и, ребята, прокатимся немного со звуком. В общем, я сейчас, конечно, очень херово продрифтил, но что-то, ребята, я с машиной сделал не то, когда я вам, ребята, показывал, что можно сделать с этой машины, там вот колеса, да, выгнуть и все прочее. Я что-то сделал не так, и машина сейчас вообще дрифтит не так, как, в принципе, нужно. А, ё-моё. Поэтому, ребята, настраивайте машину, в принципе, более-менее уверенно, не так, как я. Херню какую-то сделал, она нифига не дрифтит. Ну, в общем, это все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.